Всем привет, с вами Прия. Для тех, кто не в курсе, я наконец-то приехал домой со всех своих поездок и начинаю наконец-таки возрождать YouTube-канал, Twitch и все в этом духе. Инстаграм, конечно, забросит свое существование на некоторое время, но ничего. И так его, в принципе, никто особо не смотрел. Итак, начнем же. Вещица, о которой сегодня мне хотелось бы поговорить, это самая простейшая модификация. Модификация Handy Notes, позволяющая видеть рарников, позволяющая видеть сундучки, те, которые вы, как я правильно понимаю, не вскрывали в сегодняшний день. То есть, если я сейчас пойду убью какого-либо рарника, то его метка с карты пропадет. Но при ежедневном ресете в 10 московского времени эта метка появится вновь. Скажете, да вот я и так и сам могу это все отслеживать. Да ну бросьте, так намного приятнее отслеживать. И наводя на каких-либо рарников, вы видите, какой лут с них падает. Допустим, есть пару интересных рарников, с которых, допустим, питомец падает. Тут маунт падает. Тут сейчас что-то еще найдем. Всякие элементы для трансмога. Еще один маунт падает. Это что, питомец? То есть море таких вот всяких интересных вещичек. Сказано, как попасть к этому рарнику. То, что используйте портал. Такие вот вещички, казалось бы, простенькие, а очень помогающие в игре. На Макаре уже есть полностью карту, можно отследить. А что вообще, где дропается? Моноскат какой-то есть. Кстати, хочу вам подсказать одну вещицу. То есть, кто смотрит мои гайдики, тот это будет понимать, и тот будет владеть этой информацией. Убивайте рарников, с которых дропает запятнанное скверное яйцо. Эти яички вылупляются каждые 5 дней. То есть, дропнули, положили. И так раз в 5 дней просто киляете этих определенных рарников. Вот и все. Будете лутать там что-нибудь. А что оттуда лутается? Да маунты, наверное, беты какие-нибудь. Так же, как это было в низине Шалазар с тем яичком. Ну что, на этом видосик окончен, как говорится. Тут больше сказать нечего по поводу этой модификации. Все как всегда полезно, все как всегда кратко, все как всегда информативно. Всех вам благ. Счастья там, здоровья, как говорится. Легендарок вам побольше. И берегите ноги. До скорого.